Смотрите, какая буря. Скоро грянет буря. Посмотрите, несет прямо такой ветер. Ой-ой-ой, что творится? Ураган идет. Ураган. Вот у нас сегодня такой аварийный день получился. С утра отключили газ. Какие-то регламентные работы проводят. А потом отключилось и электричество. Ну что делать? Вот сварганили вот такую импровизированную печечку, положили брикетики, распалили костерчик и варим сейчас вот такую еду для наших птичек. Это крупа пшеничная с картошкой. Дымком пахнет. Вот такие романтические условия, как в походе, в полевых условиях. Бывает. И котики с нами, как всегда. Они нас никогда не бросают, всегда присутствуют на всех мероприятиях.